Всем привет! Сегодня засниму о мастерской, как обстоят дела, ну и отвечу на некоторые вопросы и расскажу о дальнейших планах. Так, мастерская у нас вот приобретает такой вид. Как видите, как я и говорил, я его делаю как столы, вот как я и говорил, так и поставил. Вот здесь будет вот это главный стол, это идет полочка, ну как и в той мастерской, здесь свет, вентиляция будет идти, фокус теряется. Свет я провел, идет оттуда, включатели стоят вот, ну эти. Это дистанционное управление светом, не только светом, здесь вот, как я и говорил так в прошлом видео, одна включает лампочку, вторую, ну, одно напряжение, второе, третье и общее, все три сразу, включает, выключает, ну, нажатие кнопки включает, нажатие кнопки выключает, той же кнопки, она, само управление стоит здесь, и вот, вот она, ну она в каждом магазине есть, она не так-то дорого и стоит. Здесь получается три релюшки внутри стоят. Так я и говорил, то что один вход, этот синий скорее всего будет, пойдет у меня на вот эту байду, ну этот улиточку, она будет внизу стоять, то есть включать, выключать, и одна пойдет на основной свет, и еще одна, наверное, я поставлю сюда, вот. Наружу там темно, а свет все-таки сделаю автоматически. Провода тянул вот так вот, такими заклепочками, такие фигнюшки продаются. Вот так прикрепим, чтобы все на виду было. Конечно, там внизу не видно, но если запах появится, все будет понятно. В принципе, так вот, ага, вот розеточки. Вот четырехпиновая розетка. Здесь четырехпиновая. Здесь у меня будет наждак стоит, как и там. То есть наждак и, ну, что-то еще придумаю. Ну, шлифовальный. Здесь молоточки будут лежать все, которые нужны. Наковальню надо будет приобрести. Или ту же буду использовать. Ну, это вот как раз розетки на них. А, еще хотел сказать, у нас снимаю я днем. Вид у нас так вот будет смотреться. Ну, вот так вот, в принципе, ну, в окошко у меня вид он отсюда и отсюда. Как видите, светло здесь. Лампочку могу сейчас выключить. Все равно светло будет. Ну, вот, более-менее светло, видно все. Так, дневной свет нужен. В подвале его как-то так нету, как бы охота, чтобы дневной свет видеть и следить уже за днем, как идет время. А так в мастерской сидишь, даже не знаешь, темно или светло на улице. Дальше будет стол у меня вот тут, вот здесь будет стол, здесь я поставлю компьютер, ну старенький, XP-шку установленный. Зачем он мне нужен? Ну, там музыку поставить, Wi-Fi сделаю, сюда вытащу. Ну, там переписываться тогда. Монтировать, конечно же, дома буду. И что еще я ему сделаю? А, он мне, XP-шка мне нужна, чтобы программировать, ну, программаторов подключать. Программаторы, кто знает, они работают на XP. Обычные программаторы, которые через LTP порт идут. Вот. Ну, я их сам собираю. Они зачем мне нужно, чтобы программировать микросхемы? Я этим занимаюсь там. Ну, радиоэлектроникой тоже занимаюсь немножко. Ну, это мое как бы хобби. Это уже показывал. Ну, решил вот так вот обшить все-таки. Там я не знаю, что буду делать, нет. Ну, наверное, буду что-нибудь там придумаю, сделаю. Обощу все. Это вот линия. Телефонная линия идет. Так, вот здесь вот
Вот здесь вот стол, видите? Вот этот стол. Вот такой же стол будет вот так вот еще здесь вот, вот сюда идти будет. Здесь у меня будет чистовая работа, настройка. Ну и паять здесь буду, все здесь буду делать. Вентиляцию тоже, скорее всего, сюда сделаю. Ну, вот такую тумбочку повесил пока. Не знаю, будет она стоять здесь или нет, но пока пусть стоит. Так, дальше, что? Это еще не подключено. Подключу со временем. Пока еще пусть так стоит. Да. Вот здесь вот. Здесь вот ножной включатель поставлю. Вот тут он будет на полу лежать. Чтобы включать вот этот вентилятор. Ну, когда работаешь иногда, сразу, чтобы выключать, удобно. Вот этой фигней постоянно снимаю. Сделал такую фигнюшку на телефон. Отвалилась сверху. Ну, это стоечка от Sony камеры, которая, к сожалению, с царапанным стеклом. И вот тот загибочный станок. Вот я для него трубы наконец-то нашел. Подходящие трубы. Ну, они немножко болтаются, наверное, еще надо найти что-то поточнее. Когда они болтаются, это очень хорошо. А так тоже нормально гнет хорошо. В принципе, стол будет не такой. Почему я сейчас еще столы не делаю? Просто я пока каркасы сделал. Я куплю восьмерку или десятку. Да, фанеру, многослойную фанеру, и просто застелю и лобзиком отрежу аккуратненько. Здесь то же самое все застелю. Стол здесь будет вот так вот отсюда идти, вот так вот сюда, вот так уходить сюда будет. Здесь тоже будет столешница. Ну, в принципе, все так я покрою. Потолок все до сих пор не сделал никак, мы еще не можем съездить туда. Тоже фанера многослойная, ну, пятерку, наверное, поставлю фанерку. Ну, в принципе, вот так вот дела у нас. Что? Так, об этом, мне кажется, уже все. Немножко прибрался участок вот и решил заснять. Здесь такой мусор стоял. Так, мои дальнейшие планы. Будем делать ремонт двум инструментам. Это у нас вот это такой вот индийский, я не знаю, как называют его, марчунг или как там его. Короче, индийская вещичка. Ну, как я по слуху знаю, что они, у них язычок был жесткий, слишком жесткий. То есть жесткий язычок стоит. Очень высокий тон на такую длину. И закаленный сильно походу был, поэтому и он отвалился. Это не беда, это все поправимо, сделаем. Мы будем над ним работать. И, конечно же, сделаю для него чистый звук, так как смотрю, я деки ровненько сделаны. Ну, это даже не страшно, что они ровные, я могу их выточить нормально. Зашлифую хорошенько. Ну, придам вид. Это будет, получается, совместная работа с индийскими мастерами. И еще один будет у нас варганчик. Это у нас, по-моему, Рыбников. Ну, как мне сам хозяин сказал. Не хозяин, но он тоже у кого-то взял. Ну, короче, это или Рыбников, или... Ну, где-то в той степи, Челябинске, наверное, скажем так. Из пластинки сделан, тоже ЧПУ, наверное. Да. Язычок, короче, менять будем тоже. Зашлифуем. Он обычный металл, то есть сталь обычная. Как видите, заржавело все. Попробуем зашлифовать все аккуратненько. Так, это все. И что же еще? Я все-таки наконец-то сделал эту вещь. То есть вот такой вот маленький кубызик. Это я делал по спецзаказу, как бы. Ну, я обычно на маленький не ставлю накладку, но просят, ставлю. Так-то он заполирован хорошо, вот только вот, когда руками трогаешь, у него это, отпечатки от пальцев остаются.
Че, вот так на свет, что ли, вывести? Ну, в принципе, красивенько получилось. Да, он полностью нержавейка. Все нержавейка, даже заклепки нержавейка, их даже не видно, да? Что-то их не видно. Ну, это хорошо, что их не видно. Ну, и здесь то же самое. Короче, полностью нержавейка. Звук я сюда вложу. Он будет сейчас вот прям. Ну вот, вы послушали звук, и в принципе получился прекрасный. Хозяину осталось сделать коробочку. Коробочка круглая, въезжать будет туда. Ну, это уже у меня был один такой. Ну, просто увидел и попросил такой сделать. Сделаем и посмотрим, что скажет будущий хозяин на это. В принципе, он так вот выглядит. Так-то сейчас заляпан он весь уже. Ну, это не беда. Ну, то есть в дальнейшем, как он будет использоваться, я знаю, что с ним будет делать. То есть он будет как коллекционная модель. Ну, звук у него тоже хороший, он играть на нем тоже можно. Ну, в принципе, так вот дела. Полочки, все. Это тоже будут из фанерки. Может, пятерку, может, восьмерку. Ну, в принципе, все. Что еще? Вот такие дела. К Новому году, я думаю, я здесь все сделаю. Да, вот эту стену сейчас буду обшивать. Сегодня я снимал днем, потому что сегодня у меня получилось так, что свобода. Немножко почувствовал свободу на сегодня. Ну что, наверное, пора обращаться. О, друган приехал на машинке своей. Ну чё, сейчас заедет, наверное. Вот так каждый раз ко мне приезжают. Это почини, то почини. Ну, как бы с электроникой дружу. Но телевизоры только не трогаю. Ох, с ними сколько намучаешься, ё-моё. Эти телевизоры, ну, как сказать, ремонтировать-то их несложно. Но вот эта пыль сраная мне вообще не нравится. Ну, вы сами понимаете, там магнитится все полностью. Ну что, закругляемся, наверное, сейчас мне надо поработать над магнитолой. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Объявление все сказал, что будем делать. Я сказал, да, еще засниму я о индуктивном нагревателе самодельном. Ну, тоже там доработки надо кое-какие делать, аккумулятор помощнее и так далее. Ну, просто покажу, как он работает. Ну что, всем пока. Кому понравилось, оценивайте. Кому не понравилось, тоже оценивайте. Ну, я прощаюсь с вами.